Безопасность в сети интернет, вопрос защиты личных данных сегодня стоит очень остро, потому что виртуальный мир весьма активно интегрируется в реальный. Викторина на тему кибербезопасности прошла в средней школе номер 9. По статистике, именно учащаяся молодежь – самая уязвимая категория пользователей всемирной паутины. Как не попасть в руки мошенников, уметь им противостоять и избежать злоключений в интернете? На такие вопросы отвечали участники викторины. Мероприятие провели в средней школе номер 9. В роли экзаменаторов – сотрудники милиции. Конечно, надо, чтобы подрастающее поколение владело этой информацией. И также дети очень много времени проводят в сети интернет, больше, чем взрослые, пользуются этими телефонами, больше проводят операций в компьютерной сети интернет. И они также очень сильно подвержены данному виду преступлений и правонарушений. Ученикам 9-10 классов предложили пройти часовое испытание. Все как в популярной передаче «Что, где, когда». Время на бурное командное обсуждение, включенный таймер и дух соперничества. Цель – закрепить на практике правила безопасности, чтобы не оказаться в ловушке преступников. И судя по заполненным бланкам ответов, школьники такими знаниями владеют уверенно. Также часто обращаются граждане по факту мошеннических действий на площадке КУФА, то есть покупка-продажа различных бэушных вещей, и таким образом мошенники предлагают внести какую-то либо предоплату, либо выслать наперед деньги, ну и в определенных случаях деньги не возвращают и товар не приходит. Сотрудники милиции предупреждают, даже при покупках в режиме онлайн, при обмене файлами в интернете персональные данные ставятся под угрозу. Их могут перехватить злоумышленники в своих целях. Поэтому уметь противостоять сетевым мошенникам – дело сегодня не только нужное, но и полезное.